сегодня 20 декабря 2017 года. Отдыхаем в Гоа, в Южном. Вот положила двух раков-отшельников. Кто вперед приползет? А? Кто из вас приползет вперед? Вы что, не хотите ползти? Вам жизнь недорога? А? Перевернулись и лежите, да? Ой, какой ты страшный, ужас. Вот так вот близко снять. Ты кошмар какой страшный. А? Море прибывает, прибывает, а вы даже не собираетесь ползти, да? Ну, хотя бы какое-то движение сделай, давай. Что, вот так будете лежать? Какие вы ленивые. Ой, а ты прям такой страшный. Наверное, здоровый ты очень. А? Кошмар. Какой-то огромный. У тебя клешни даже можно жрать. Почти как у краба. Интересно, вас едят или нет? Ну что, будете ползти? Нет? На перегонке? Нет. Наверное, вы меня боитесь. Да? Тут вот вороны прыгают. Сейчас вас сожрут и все. Пойду посмотрю, звездочек нету. Здесь нигде не занесло никакую звезду. Так, вот что это есть? Это 100% маленькие крабики. Маленькие-прималенькие. Мы ползем. Да вы даже вдвоем, вы что там, скрестились что ли? Вот, и погнал. Все, пока. Да даже кувырком ты летишь, а? Какой ты бессовестно оседлал маленького крабика, а? Как тебе не стыдно? Куда ты исчез? Тоже куда-то удалился. Ну вот он еще один крабик. Вот ты. Так я вообще даже не стрела. Так, что тут еще у нас плавает? Сейчас посмотрю. Ой, это отшельник залез. Точно, пузыри пускает. Ой. Да? Рачок. Ах ты, рачок. Не буду я...